Игры в Веческом музее, новогодний бал «Маскарад». Так решили разнообразить ежегодное подведение итогов. За прошлый год в хранилище прибавилось 770 экспонатов. Фонд составил почти 10 тысяч предметов. Публику развлекали не только балом, еще театральными постановками и викториной. Сюжет с ценком и вопросы для зрителей подарил музейный словарь. Это интернет-акция, которая с февраля по сентябрь от А до Я ознакомила подписчиков Краеведческого музея с наиболее интересными экспонатами. Решили, что это было значимое такое мероприятие в том году, обхватило большой круг и коллег наших музейщиков, и простого посетителя, они заинтересовались. Просто жителям стало интересно открытие, что есть вот такой экспонат, что он интересен. В планах на наступивший год у работников музея подарить альметьевцам еще один проект. Формат пока в разработке. Кроме награды в виде постоянных посетителей и растущей онлайн-аудитории, у музейщиков есть два серьезных трофея и в офлайне. Они стали финалистами национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. На нем краеведы представили музейный перекресток. Затем прошли в полуфинал конкурса «Лучшее учреждение культуры» с другим проектом «В музей, как в круг друзей». Итак, слишком много. Первый приз получает... И традиционно посетители музея тянут счастливые билеты. Лотерея разыгрывается среди самых активных. Как правило, это учителя и педагоги доп. Образования. Они приходят вместе с учениками как на экскурсии, так и на специальные проекты. Пользу от такого досуга замечают родители. Им достаточно очень полезно узнать историю наших предков, историю нашего народа, нашего края. И было очень много вопросов. На все вопросы ответили. Случай выбрал трех счастливчиков. Им достались подарки от работников музея. В планах на будущее у альметьевских краеведов продолжить собирать истории о родных местах, пополнять фонды и проводить экскурсии, чтобы счастливый билет мог вытянуть каждый. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.